все мои хорошие, мы сидим в одном из популярных Батуми кафе, Лагуна называется. Здесь делают самые вкусные грузинские аджарские хачапури. И вот у нас последние часы остались до отъезда. Я сказала, как можно приехать в Батуми и не попробовать аджарское хачапури. Да, вы правы, я набрала кило, но обязательно нужно это попробовать на себе. Так что вот мы сидим здесь, и скоро нам принесут хачапури по-аджарски. Я заказала одно с тестом, с яйцом для мужа, а для себя без теста, но с яйцом. Видео. Оказывается, я видео включила. Вот такое красивое кафе «Лагуна». Обязательно сюда надо прийти, попробовать хачапури по-аджарски. Ждем свой заказ. Вот мои хорошие принесли хачапури по-аджарски. Эндеру принесли с яйцом, а мне, как написали, без теста. Ну и разницы я это не поняла, в принципе. Но самые вкусные хачапури. Стоят они 8 лар, около 8 лар. Но есть и большие тоже, даже забыла уже, по-моему, 12 или очень большие. Приятного аппетита. Очень много туристов сюда приходит. Эдер, приятного аппетита. Объясняю, как надо кушать. Нужно сначала разрезать и вот так отламывать и кушать. Да? Понравилось? Бежинды? Ой, наелися. Так было вкусно. Конечно, не поели сюда конца. Действительно, очень вкусно. Я вам покажу снаружи, как называется, как выглядит это кафе с улицы. И до скорых встреч. И вот это кафе называется «Лагуна». Посмотрите. Ой, вы не видите. «Лагуна». Как же бы вам снять? А вот вывеска. «Лагуна кафе». Очень вкусное. Здесь хачапури находится на улице. Находится на улице Горького. Вот такое кафе. Очень хорошее. Пошпраш. Советую вам посетить его. Как выглядит центр ночного Батуми. Смотрите, как красиво. Такие магазины. Центральная улица Сталина. Сейчас не знаю, как называлась, но раньше называлась там. Оригинальный дизайн. Очень красиво это старое. Раньше был банк центральный, сейчас все изменилось. Эндер сказал, что эту площадь очень полюбил. Да, красивая площадь. Nereye gidiyorsun? Bu meydanda çok Türk oluyor, gel artık. Hadi sen orada. Söyle. Türk oluyor. Türk mahallesi gibi. Ha, он говорит, что здесь очень много. Вы знаете, какой смешной. Увидел опять группу турков, опять помчался за ними. Я не знаю, что, как с этим бороться. Ой, вот такой вот он смешной. Пойдем, я тебе покажу еще лучшие места. Пойдем, пойдем. Пойдем еще красивее, мы там не были. Ну посмотрите, привела его на другую площадь. Ну какая красота. Ну посмотрите на Батуми. Я горжусь своим Батуми. Мой любимый Батуми, моя Грузия, моя родина. Ну действительно, все так красиво, так ухожены. Ну какие молодцы у нас грузины, весь народ наш, кто проживает здесь. Спасибо большое вам. Благодарю вас. Даже прямо расплакаться хочется, насколько все красиво и насколько я благодарна и люблю. Ой, через 5-6 часов мы уезжаем и
останутся у меня воспоминания о моем красивом городе Батуми. Но я не прощаюсь навсегда, я, конечно, приеду очень скоро. А это Радисон, гостиницы. Вот я же говорила, у нас очень много отелей. Вот здесь вот отель, сейчас я вам покажу красное табло. Посмотрите, мои хорошие, я подошла поближе к таким ангелам, памятник ангеловчиков. Так вот, казино Аджарабет там. Это театр. Оперы и балета, театр наш. Очень старинный. Вот там казино. Golden Palace. В общем, это только на этой площади столько казино. Но это не предел. Есть еще и много их в другом месте, мои хорошие. А так выглядит ночной бульвар города Батуми. Вот здесь находится турецкое посольство. Это здание. Здесь расписываются молодожены. Очень красиво, да? Не так ли? Что-то новое открыли. Построили Меридиен. В общем, такая красота. Поющие фонтаны. Ашкин. Мы залезли на мост. Красиво так. А это ЗАГС города Батуми. Посмотрите, вот полиция охраняет порядок, следит за порядком. Бульвар, Батумский бульвар. Турецкое консульство поближе. Вот, флаг турецкий. Байрак. Ашкин байрак мы? Байрак. Тюрк байрак. Находится возле гостиницы Интурист. Интурист Палас. Город Батуми. И... Всем привет, друзья мои! Осталось... Тише, тише, бабуля Ра говорит. Осталось очень мало времени, и скоро мы отправимся в путь. И мои внуки меня провожают. Ирмочка, привет, скажи, бабуля, привет. Привет, скажи. Привет. Эми, а ты скажи привет. Эндер такой ему сделал спайдермен. Подарил, и он его не выпускает из рук. Спайдермен. Любишь спайдермена? В общем, все мы собрались с семьей. Чемоданы готовы у нас. Там моя семья, вот в сборе мой сын, дочь, зять. А моя мама не хочет, чтобы я ее показывала, я все равно покажу вам ее. Мамочка, уезжаю я, скажи привет. Я лекарство пью. Мама лекарство пьет. Стесняется она. Ну, не каждый привык к камере. Я тоже не сразу привыкла к камере. А дочь вон плачет, нервничает, что я уезжаю, настроения нет у нее. И сын переживает, и все переживают, не хотят меня отпускать. В общем, мы доедем до Сарпи. Они нас переведут через границу. Ой, села на моих шлядких внуков. Потому что у нас много очень чемоданов, как всегда. Мы доедем до Трабзона, а потом сядем на Мерсинса автобус. Если что-то будет интересное, я обязательно вам сниму дороги. Пока-пока, мои хорошие. До встречи. Пути. Встань, не хочу. Не любит она фотографироваться. Похожая на мою маму. Ага. Похожа. Ты самая красивая моя, самая любимая. Угу. Ты моя мамулечка. Мама, я тоже буду старая, я не буду всегда молодой. Я уже сейчас старая. Ты сейчас старая. Надо гордиться каждым своим возрастом. Надо. Да, надо. Да. Так что гордись, ты такая красивая у меня, самая красивая, моя любимая. Мамулечка, любимая моя. Встань, меня буду ноги буду смотреть болят. И вспоминать. У меня ноги уже моя болят. Девочка, встань, моя, пожалуйста. Моя мамулечка такая уже, сладкая. Уже ни лица нету, ни губ нету, ни черта все нету. Все есть, а что у тебя это? Одни морщины.
одни морщины. Морщины украшают тебя. Ты самая красивая у меня. Давай. Так, послушайте, я все забрала или нет? Цветок. Вот пускает и пускает. Будет вверх идти, вот так отламываюсь.